Мир вашему дому. Сегодня по народному календарю православных христиан праздный день Григория и Михаила, канун Покрова Богородицы. По церковному календарю православная церковь сегодня чтит память священномученика Григория, епископа, просветителя Великой Армении, преподобного Григория Першемского, Вологодского чудотворца, Михаила, первого митрополита Киевского, мучениц Репсимии, Гаиании, Игумении и с ними 35 святых дев, священномученика Прокопия Попова Пресвитера, священномучеников Петра Соловьева, Вячеслава Занкова, Петра Пушкинского и другие православные святые, имена которые вспоминают в этот день. Поздравляем всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память, ушедшая в мир иной.